В отдельном морском инженерном полку Северного флота в поселке Щукозеро состоялись занятия отделения минно-розыскных собак. Специфика подготовки животных связана с поиском взрывоопасных предметов. Чтобы собаки были послушными, они регулярно проходят общий курс дрессировки с выполнением команд, известных всем собаководам. Рядом – сидеть, лежать, апорт. Такие занятия проводят ежедневно на полосе препятствий, где отрабатывают специальные навыки по поиску и обнаружению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Четвероногие натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их профессиональные навыки военные инженеры регулярно используют при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах Северного флота. Отделение было создано год назад, когда отдельный морской инженерный батальон Северного флота был переформирован в полк. Сегодня на довольствие в части стоят три немецкие овчарки. Все собаки с богатой родословной. Они выращены в московском питомнике и прошли специальную подготовку, которую продолжают совершенствовать в условиях Крайнего Севера под руководством своих вожатых.